Сегодня президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев принял Торага Жогорку Кенеша Кыргызской Республики Нурланбека Шакиева, находящегося в нашей стране, с визитом. Были рассмотрены актуальные вопросы дальнейшего укрепления узбекско-кыргызских отношений, дружбы, добрососедства и всеобъемлющего стратегического партнерства. В начале встречи председатель парламента Кыргызстана передал главе нашего государства искренние приветствия и наилучшие пожелания президента Кыргызской республики Садыра Джапарова. В ходе беседы были с особым удовлетворением отмечены нынешний высокий уровень и плодотворный характер двухстороннего сотрудничества. В частности, осуществляются активные контакты и обмены на разных уровнях, растут объемы товарооборота и грузоперевозок, реализуются проекты кооперации, в том числе с привлечением инвестиций совместного фонда. Подчеркнута особая роль развития тесных межпарламентских связей в расширении многоплановых отношений, выполнении договоренностей на высшем уровне и продвижении перспективных проектов, налаживание практического сотрудничества на уровне регионов и бизнеса, а также проведение культурно-гуманитарных мероприятий в двух странах. Отмечена также важность усиления взаимодействия и координации в рамках специализированных международных организаций. Биз азыр урматтуу президент Шавкат Мирзиёевич менен кенен пикир алмаштык. Состоявшаяся встреча стала хорошей возможностью обменяться мнениями с уважаемым президентом Шавкатом Мирзиёевым, рассмотреть вопрос укрепления отношений дружбы, братства, добрососедства. Мы говорили, как в будущем можно поднять сотрудничество между нашими странами в торгово-экономической, культурно-гуманитарной сферах на новый уровень. Хочу подчеркнуть, мы не были так близки последние 30 лет. На встрече обсудили, как приумножить наши сегодняшние достижения, какова в этой работе должна быть роль парламента, правительства, на что следует обратить внимание в двусторонних отношениях. Важным фактором сегодняшних достижений являются доверительные и дружеские отношения между главами наших государств. В ходе беседы мы также обменялись мнениями о перспективах партнерства в машиностроении, гидроэнергетике и туризме.